Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 24 февраля, и наша тема называется «Бегите». Если вы хотите исполнить Божью волю для своей жизни, вам нужно бежать. И наше место Писания — послание к евреям, 12 глава, 1 стих, где в одном из переводов Библии с английского сказано «бежать предстоящий нам забег». Слово «бежать» — это греческое слово «трекос». Я хочу прочесть вам, что оно означает. Слово «треко» означает «бежать». Это не быстрая ходьба, это бег. Это картина человека, который начал забег и устремился вперед, чтобы достичь своей цели. Он бежит в таком темпе, что обе его ноги не оказываются в одно и то же время на земле. Он не сводит свой взгляд с финишной черты. И упорно двигаясь вперед, он делает рывок. И то, что он прилагает столько усилий, говорит нам, что забег не всегда дается легко. И если вы также желаете исполнить то, что Бог повелевает вам сделать, вам нужно шевелить своими ногами. Если вы будете равнодушны и делать все спустя рукава, скорее всего, вы так и не достигнете цели. И если хотите пересечь финишную черту, вам нужно начать забег, выложиться на 100% и бежать изо всех сил. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на YouTube. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на «Благая Весть Онлайн». И для того, чтобы не пропустить ни одну видео, которую мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о «Благой Вести Онлайн». Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю в вашу жизнь мир и благодать.